Señora tú, bienvenido a Simaña, tiene rao, voy. Так как мы двигаемся дальше, у нас спортсмены уже чуть-чуть тяжелее, чуть-чуть старше, у них чуть-чуть другие правила, но они по-прежнему не бьют в партере, потому что правила максимально адаптированы для молодежи, для детей, для того, чтобы они не получали травмы, для того, чтобы не боялись этим заниматься, чтобы понимали, что это в первую очередь спорт, а не бои, так называемые, без правил. То есть есть куча правил, но они максимально адаптированы под современная ММА. Да, и шейка работай. Работай. Стоп, встали, стой. Хорошо, молодец. Стоп, ой. Еще комбинация, дальше, смотри, руки выше. Да. Давай. Бить, бить, Габель, бить!
Абель, бей! Абель! Раздергай, раздергай! Ручки выше! Ручки выше! Ручки собери, Абель! Абель! Уверен, парни, что это только начало вашей грандиозной бойцовской карьеры.